Всем привет, это канал Indie Games Channel. Я Дэн Архон, и сегодня я покажу игру под названием Серция. Это демо-версия игры. Ее делают два человека. И она очень короткая, в принципе короткая, но в то же время очень-очень интересная. Поэтому я не мог ее пропустить. Давайте начнем, пожалуй. Все расскажу по ходу дела. Как вам голос? Очень стрёмный такой, да? Разумеется, если вы знаете английский язык, то вам будет попроще в этой игре. Мы играем за солдата, ну пусть будет солдат, в принципе похож на солдата, который должен прислушиваться к своему голосу, чтобы решать различные головоломки. Итак, жмем клавишу А. И эпизод 0, ну, потому что демо-версия игры. Музыка великолепна, просто великолепна. И вот у нас появился первый символ. Пожалуйста, первый символ в этой игре, с помощью которых нужно начать различные головоломки. Так, сейчас я молчу. Так. Туда, думаю, идти не стоит, там ничего нету. В игре можно быстро перемещаться, но думаю, лучше ходить спокойно и медленно. Так, поднимаемся на новую платформу. Жмем букву А. Если вы заметили, над его головой появилась на секунду буквально такая серая эмблема того символа, который необходимо было нажать. У нас второй символ тебе появился. Так, ясно. Идем дальше. Сейчас я вам покажу, о чем я говорил по поводу подсказки. Сейчас мы подойдем поближе вот к этому дядьке, тоже какой-то стрёмному. Видите, вот появляется, секундочку, вот видите, над его головой появляется подсказка, какой символ необходимо нажать, и тут же пропадает. Какой стрёмный дядька. Жмем букву А, снова жмем букву А, выбираем нужный символ и нажимаем. Графическая игра тоже очень красивая и интересная. Так, что? Так, идем дальше. Вот видите, появилась подсказка, какой силой необходимо нажать. Поднимаемся наверх. Да-да-да, все понятно. Выбираем этот символ, жмем. Ну, то есть это появилась способность у нас сохраняться в этой игре. Сейчас вам покажу это. Thank you.
видео наша лица. Лия, Белефара, Багауприя. Ула Олипас, Омада, Юда. Так, вводу сохранение. Жмем А, снова жмем А. Видите, вверху появилось третий пункт Memory. Жмем, выбираем. И, пожалуйста, сохранение. Все, сохранились. Дальше подходим к следующему символу. Подсказка появилась. Кто не знает, что нажимать. Дело в том, что нам необходимо посмотреть эти врата, которые вот они, врата эти. Но пока что у нас в нашем запасе есть только один символ необходимый, это вот четвертый. А первый символ находится... Сейчас мы выйдем. Вот он находится. Подойдем ближе. Все отлично. White. Понятно. В принципе, диалоги простые, даже я их понимаю. Думаю, если вы хорошо... Очень хорошо, в принципе, необходим просто начальные уровни английского языка. Так, а тут надо использовать сразу два символа, ничего сложного. Набираем их. Один, два. Та-дам! И вы не поверите, но это на этом все. Да, делали игру. Два человека. Это был первый. И сейчас появится второй. Очень короткая демо. Демка. Я уже говорил. Мне понравилось. Правда, понравилось. Будет такой интересная задумка. Вот особая благодарность. Вот такому большому количеству людей. Continue продолжение в январе 2013 года. Ну, как понимаете, пока что вышла только демо-версия игры. И пока неизвестно, когда выйдет полная игра. Ну и все, мы выходим в главное меню. Ладно, я буду прощаться, это был канал Indie Games Channel. Я Динамик Хон. Подписываемся на канал, комментируем, ставим лайк, покедам.